И всем привет, с вами я, Ланеш, что мы продолжаем играть Jurassic World. И это у нас третья серия. Так, давайте соберем питомник динозаврика, но аргентинозавр. Сара, разместить, и пусть здесь будет. Так, не хочу его бафать, то у меня привычка бафать на зонке. Так, давайте соберем деньги динозавров, не только. Вот еду. Так, я могу лучше. Мне надо десятую. То есть постоянно производить еду. Так. Что еще? Давайте заберем. Вот. Бор, деньги, ДНК, яблонко. Отличие от точки доверия. Так. Давайте я посмотрю ролики рекламные и про. Так, продолжаем. Открывать деньги, доллары, ДНК и еда. Отлично. Очки доверия ищу. Все. Больше у меня, да, ничего нету. Да, наверное, ничего. Я буду копить, ребята, 10 тысяч и открывать этот набор, да. Долго я буду копить, скорее всего, вот. В цену, так цены, ладно. Так, да нет, я не буду, ребята. Так, что нам по заданию надо сделать? Так, ладно. Да, сместите два окружения вокруг одного динозавра. Так, давайте вот здесь. А, скорее всего, так разместить. Раз. И это самый дешевый, вот здесь. Два. Так, есть. О, место потрясное. Зара, мы можем поговорить динозавров? Ага. И получите 15 очков доверия. Так. Теперь все уровень 2-6, как минимум до 20-го. Так я же одного как минимум. Так, где самый вот до 20-го? Не, мы не будем здесь тратить. Так, сколько будет стоить? Нет, это долго, наверное, будет вот Аланка. Аланка? А, у нас же есть Аланка, все. Дать его подтираться с этим. Не, не будем тогда. Кстати, вот, получили еще это. Так, я могу. Не, ну да, в день там, по-моему, расширение идет по деньгам не так часто, вот. Так что придется ждать. Ладно. Подождем. Так. И, не, давайте я схватку поиграю все-таки. Возьмем этого, вот этого и вот этого. Погнал. Так, пока у меня время есть, я, кстати, записываю очень поздно. Это, наверное, самое поздное время, когда я записываю две серии или одну. Посмотрим. Так, давайте пропустим. Так, он выбрал хорошего, наш ход. Так, давайте мы заменим на хорошего. Так, и давайте пропустим. Он поставил щит и... Ой. И давайте мы прям все атаки сольем. Вот, отлично. Минус один. Ой, как нам будет сейчас хреново.
Сейчас ему будет хреново. Так, нормально. И фигово, точнее, извините. Так, давайте. Блин, мне, по-моему, хана, да. Отбился я. Но у меня мою Газава ушел, которому сейчас минус будет 30 Раптос. Унесет его. Вынесет. Хоть у него щит там, но все равно я победил в схватке. Победа. Так, давайте я заберу, что есть там. Ну. Так, не надо мне тут мешать оперативки. Так, отлично. ДНК. И Гуалю. Так, ладно. Вот, видите. Ладно, ладно, подожду я. Так, Ланка, отлично. Давайте я накормлю Ланку. И давайте сделаю эволюцию. Есть, сразу, сразу, сразу. Да, есть. Ну, блин, еще надо ее опять кормить. Так, давайте я там выберу. Вот так я включу его. И, ну да, еды, к сожалению, не дадут. Ну, по заданию там есть кто. 15 очков доверия, как мне получить? Ждать, наверное, зря тут начал записывать видео. Да, я же не скоро. Чем делать мне? Это, конечно, не буду тратиться. Ладно. Так, новости, кстати, что-то. Ладно, не буду тут. Что у нас тут? Ладно, все. Короче. Тогда тебя выведем мы вот этого типа. Так, и не будем тратить. Пригодится еще. Так, давайте вот это. Так, ребята. Блин, не хватает. И ждем. Придется ждать, ребят, либо схватка опять. Давайте по ВВП, ребята. Так, ставим бесплатно. И давайте, ребята, придется вот так. И все-таки рекламушку сейчас посмотрю быстрее. Так, ребята, продолжаем. И... Уху-ху-ху. Блин, у меня там этот динозавр, который бесплатно есть. Ладно. Так, давайте мы щит вот так. Что она делает? Вот такую сильную атаку. Так. Вот. Мы его вырубили или нет, я не помню. Да, вырубили. Блин, у него три этих, которые... Ну всё, нам хана. Нам хана. А, ну да, нам хана. Ну, возможно, тоже будет хана сейчас.
Надо было блок ставить. Блин, я что-то протупил. Так, и выходит такой слабенький достаточно, но... Блин, мне, возможно, вынесет. Так что я, блин, проиграл. Я потому что у меня... Это, да, он вынесет. Блин. Вот я, конечно, и лопухнулся. Да, зато я, кстати, ничего не потерял. Так, ну да, я сейчас из радинозавра, у меня сейчас будет... Через кубок плей у меня тут. Одуплились динозавры, короче. Я опять вот, вот так сделаю. А у меня всего лишь один этот, который... Короче, давайте вот так, вот так. И один, да, все-таки я за деньги. И погнал за деньги. И... Ну, конечно, мне тут попался... Сильный. Который, возможно, тоже проиграю. Когда я тебя пропущу, потому что их вот первый. У них, кстати, это только эти, которые этим контрится. Так, погнал. Без щита поставил он. Так, теперь нам хана. К сожалению. Да, нам хана, скорее всего. Блин, вот щит этот, который я, скорее всего, проиграю опять. Вот надо, блин. Вот так я сделал, короче. И что мне он тут делает? О, мне хана, ребята. К сожалению. Да. Ну что это за неудача, ребята? Пипец. Ой, ребят, как я как-то. Я нубик, реально скажу по этой игре, так что там мало осталось здоровья, к сожалению. Запухнулся опять я. Так что, о, кстати. Чем мне тут? Теперь я могу забрать, да. Так. И прокачать. Чуть-чуть не хватает еды. Ну как я получу 15 очков доверия, ё-моё, в это время? Придется заканчивать, либо... Так что, я только одну серию такую короткую записал.
Ладно, сейчас вернусь, кое-что сделаю, тут подожду пока. Тогда давайте я все-таки этот бой, ребята, посмотрю, как я играю. Может, здесь мне повезет. Так. Давайте я все-таки пропущу. Так. Ваш ход. Сейчас я сразу пропущу. Да, у него щит, скорее всего, да. Но все равно я его убил. Вот. Так, теперь у него три. Вот. Кстати, мне может быть хана. Но это не несколько. Или да. Вроде. Да, а, у него сейчас щит будет. Давайте две этих. И одну атаку. Так, развел на щит. Но. Блин. Ух. Нам хана сейчас. Хотя. Два щита у нас есть. Так, у него сейчас прям. Так, давайте один щит. Две атаки и один атак. О, началось. Началось, блин. И как мне делать? Все, мне хана. О, я еще тут проигрываю. Кстати, все равно ему хана. Хотя у меня щит. У него щит. Не, у него не щит. Так. Мне хана. Так, давайте мы теперь нанесем. Надеюсь, мы победим. Так, ну все, мы должны победить. Все, наконец-таки мы победили, ё-моё. Фух, ребята. Ты сколько я проигрывал. Ну и нам повезло, или что-то такое сильнее. Типа преимущество небольшое было. Это да, но я тогда не заметил, уже проглядел. О, давайте еще чуть-чуть задание выполним. Ё-моё, будем заканчивать. Я вторую сразу не буду записывать, а то придется ждать. Это ждание игра. Не сразу запишешь прям по новой серии. Это не как тебе Майнкрафт, все же сразу ты получаешь. Так. И. Ну, блин, очки доверия, ладно. Все равно их 5. О, давайте, кстати, еще раз один раз прокручу. Сейчас, подождите. Так, ребят, продолжаем, прокрутим. Вылетело офигенно, просто офигенно. Давайте зайдем опять. Нормально вообще. Просто нормально. Я вообще в шоке аж. Не знаю, почему она вылетает. Так, а, ну, 200 еды я получил. Фигня, близко, конечно, но что ж поделаешь. Ой, 4-4 не убрал. Так, я 5 еды получил. Так, здание. И как я прокачаю ее? Как это... Не, не буду все. Ай, ну что это такое? Сейчас давай последний раз, если выйдете там, тогда завершу. Что-то какая-то не очень серия получилась. Дайте я еще PvP драку завершу одну или схватку. Дайте PvP одну или драку завершу я. Пофиг, проиграю, не пофиг, проиграю. Вот. Просто завершу и будем заканчивать. Вот. Так что. Ставьте лайк, подписывайтесь, если это не делали. ПВП. А, у меня даже не открыт он. То есть у меня он закрытый за уровни.
Так, что давайте попробуем сделать схватки. Так, этого и этого. Через рекламу, скорее всего. Сейчас, по секунду. Так, ребята, оружаемые. Вот. Все ядные. У меня один только водный, понимаете? Один только водный. И ход противника, кстати. Он пропустит, скорее всего. Да, он пропустил. Так, что мы делаем? Давайте поменяем, скорее всего. И щит. Так. Блин, две атаки. Так. Так, давай. Дальше мы его уничтожаем. Так, возможно, он нас победит, но это не точно. Да, у меня теперь нету контры. Так. Так, и мы... Да, сейчас минус еще один. Но мы должны победить, кстати, сейчас. Теперь у него 4. Если он 4 применит, тогда мы проиграем. Это потеряем, это один назад. Он 3 бы, ну, все потеряли. И дебафами, ну давайте все 4. Ну все равно мы, наверное, победили. Да, все. Отлично. Все, еще одну победную схватку хотя бы. Давай. Все, давай. Ой, все. Короче, надо по одному разу, когда время будет, можно даже каждый день. Ну не через раз, то есть не много, не больше одного раза, но можно каждый день, но не больше одного раза записывать. Я так думаю, так что... А то это никак, Майнкрафт не сразу поиграешь, то придется ждать. Давай 15 очков доверия. Давай до... Ладно, я хотел Судор. Давайте еще, ребят, сейчас секунд. Давай продолжаем, ребята. Вот все, крутим. Здесь пак выпадет самый такой хороший. Ну, наверное, такое. Ладно. Всем, вот давайте мы увидим этого динозавра. Гуань-лунь. Вот, новый. Отлично. И... К сожалению, мы не можем получить. Ну, ладно. Всем спасибо за просмотр. С вами был я, Ланесту. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. И всем пока. Бай. Все, спасибо за видос. Ой, что это? А, ну да. Все, всем пока, бай.